150 лошадиных сил. Лев Федоров. Вот это серийный автомобиль. Вот что называется серийный автомобиль. Чисто видите, дорога. Необычно, на дачу и на дачу. Грузи все. Идут тренировочки, Толян потренировался на больших бустах, мы там фишечку подключили, и секретное оружие заливаем в радиатор спецжидкость. Ну, антифриз нельзя, про растворитель ничего не написано. Полетели. Итак, вечерний вестник о происходящем. Вчера была квалификация РД Запад, Толик прошел, Денис не прошел. Вчера был прорыв, прорвались. Сегодня с Толиком потренировались, поспотерил я его, добавили буста ему, вот, с Антоном Новиковым Толик ехал, проиграл и положил выкушку. Ну не он положил, а январь, я думаю, положил, потому что на январе, в сентябре ездить, но это не дело, сами понимаете. Такие дела. Вот подлетаю домой, музыка душевная, всем добра, бобра, пивка, винца, кто что любит.